Я сказал, ты закройте рецептика, и мы вот это сравняли. И вот из-за этого они опять начали сафрони, туда-сюда. Хорошо, а если вот они вывесят действительно этот баннер? А пускай вывесят, но это личное оскорбление, уже приходит на грань, потому что у меня тоже на поле, на стадионе приходят родственники, приходят родители, приходят. Было бы приятно родителям услышать это. Я бы взял бы одного и сказал родителям, что он наркоман, что он такой-то, такой-то. Даже я не знаю, кто он такой, да, ему было родителям приятно, это тоже неприятно. Конечно. Ну, у меня же не я один, если был бы я один на поле, или я один в трибуне, тогда пускай они хотят, мне все равно. Просто слышат это мои родственники, мои братья, мои сестры, мои, я не знаю, родители. Им тоже неприятно, но это некрасиво с их стороны. Если они хотят поддержать, поддержите команду, не один играю, не один. А такой. Вас команда поддерживает, ребята? Когда? Они, мои, вот, ребята, вообще, они сказали, мы больше к ним, уже много-много игр, они, мы даже к ним не подходим, как они нас болеют. Это вся команда так говорит. Мы поэтому даже, мы не, их ни в сторону даже никто не аплодирует после матча, даже выигрываем, проигрываем, но никто на них не смотрит, потому что как они болеют за нас. Ага. И вся команда настроена против них, они будут поддерживать меня в любой ситуации. Если они вот считают, что я один плохой и все хорошие, так пускай посмотрят, как мы празднуем победы, как с ними относимся. Ну вообще без эмоций. То, понял. Они кричат батя, спасибо, особенно мои. Но я им сказал, если я все равно услышу, это уже за грани всех это. Я же сказал, у меня тоже приходят на игры родители, тоже, и им тоже неприятно вот это все слышать. Каких-то наркоманов, я не знаю, как еще их называть. Если были нормальные люди или там нормальный человек, он все равно бы понял это. Но если они не понимают, то я не знаю, что им еще сделать. Так если вы увидите вот этот баннер, как вы поступите? Все равно, я ничего не буду делать. Я не буду делать. Я не такой человек, что я на каких-то дураков... Когда на поле пускай, за поле пускай они занимаются своими делами, я буду заниматься своими делами. Это моя личная жизнь. Когда вас кто-то оскорбляет, когда вот даже вы, допустим, по дороге шагаете, кто-то вас оскорбляет, все равно внимание не вы. Тем более в таком выражении, в таком... Я понял. Последний вопрос. А как вот руководство клуба отреагировало? Оно как-то вас собирается наказывать, нет? А как? Почему меня должны наказывать? Они должны вот этих болельщиков вообще не подпускать к матчу, если они так болеют за нас. Если они начинают после каждого пропущенного гола всех, не знаю, оскорблять всю команду, как вы играете, так зачем такие болельщики? Или они болеют и поддерживают команду, или они пускают сидят дома, вообще не подпускают их. Кстати, так вот, надо как... просто, чтобы руководство работало. Вот именно, что это должно разрешить в этот проблему. Руководство, мы футболисты должны драться с этим. Понял. Это как бы, как в Румынии, Бекали, там не 50 человек, а там 10 тысяч фанатов взял. Он ни одного не подпустил, когда начались оскорбления, там болезни, начались драться. Он взял и никого не подпускал к стадиону вообще, чтобы никто не заходил. И все, пускай они смотрят телевизор, если они не болеют за команду. Если они кричат, оскорбления, ну там, со стороны, в сторону президента. Он тоже, ну просто не разрешил им заходить. Это уже должно руководство решать. Потому что команда, никто за болельщиков не станет. Ну да. Спасибо. Вот и все. Если они не хотят понять, если они такие дураки, потому что нормальный человек всегда бы понял, что хорошо, что плохо, как правильно, как неправильно. Это уже не первый раз и не второй. Они неправильно тогда зашли в раздевалку и начали футболистов. Есть тренер, может зайти президент. Никогда в мире нигде не заходили болельщики. Там пускай вся у заходит. Разбираться, да, да. И разбираться с футболистом, почему они плохо играют. Никогда такого не было. Или там, не знаю, Реал Мадрид, или когда у них черная пауза, когда вот... Там просто никто ничего, разбирается президент, руководство, тренера и все остальное. А так какие-то, такой цирк устраивать в раздевалке, тем более. И так ребята же не такие уже, не 20, не 25. 20 лет, 17 лет. Они тоже морально, тоже их
неустойчивые. Они очень мотивно ему что-то скажут, скажите, он сразу уже не знает, что делать. А и они